Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня я еще раз хочу сделать анонс. Значит, в начале октября наконец-то вышла моя книга, которую я писал почти 2 года. «Танцы, горы и каштановый мед». Значит, 416 листов, толстенькая получилась такая. Ну, в принципе, здесь изложено, наверное, очень много из того, что я когда-то в свое время писал где-то, где-то о чем-то размышлял, то есть я просто собрал систематизированно всю информацию, которая касается, в общем-то, черкесов, адыгов, культуры, истории, истории Северо-Западного Кавказа, быта, и попытался собрать это в какую-то одну единую большую такую общую картину с упором на Причерноморское побережье, как старую родину черкесскую. На данный момент книга доступна на сайте издательства redera.ru в мягкой обложке и в электронном виде. А в твердой обложке, вот такой, как у меня в руках, с матовой поверхностью, пока я могу только самостоятельно заказать. То есть издательство такое не предоставляет услуги от одной штуки. Поэтому для того, чтобы заказать и чтобы цена была адекватной, я, в общем-то, набираю по предзаказу 100 штук. Заказываю их, их в течение примерно 20 дней печатают, и я их высылаю почтой или передаю лично с автографом на первом листе. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите заказать такую книгу, вы можете написать мне по любому из контактов, которые есть в описании к этому видео, в соцсетях, на почту, и я вам расскажу, как сделать заказ, отмечу вас и с удовольствием в тираже вышлю вам такую книгу. На данный момент тираж 2 сотни уже книг заказан, 1 сотня уже куплена, 2 сотня вот заказана и где-то придет примерно, ну, где-то числа 5 ноября. В общем-то, я смогу уже их из этого заказа вам предоставить, если вам будет интересно. Поэтому пишите, обращайтесь. Ну и есть ознакомительный фрагмент, 1 глава выложена на сайте, который я указал в описании также к этому видео. На том же сайте есть больше 300 изображений и фотографий, которые касаются именно этой книги. Можете тоже там почитать, прежде чем заказывать, посмотреть и, в общем, сделать заказ, если вам понравится. Спасибо всем за поддержку и до новых встреч. Всем пока!